Добрый день, с вами Империя Пикчер, и сегодня я покажу вам, как нарисовать медальон карандашом. А если вас интересует тема рисования, то внизу по ссылке в описании вы найдете множество других курсов и наше заочное обучение. Заходите, обучайтесь вместе с нами. Возьмем карандашик HB и наметим такой вот круг посередине листа. Измерим расстояние слева и справа, но должно быть одинаковым. Снизу оставим расстояние чуть побольше, чем сверху. И аккуратненько прорисовываем кружочек, делаем наклонную линию, измеряем две стороны. Правую сторону делаем немножечко покороче, чем левую, у нас получается круг немножечко в перспективе, и оттого у нас появляется уже эллипс. Но совсем на немного это будет отклонение. Затем мы прорисовываем небольшую толщиночку, где-то миллиметриков 7. Также с правой стороны она будет чуть уже, эта обводочка, чем с левой, потому что в целом правая часть от нас будет отдалена, развернута от нас. Аккуратненько по контуру прорисовываем, стараясь делать линии как можно ровнее. А лишнее можно убирать с помощью ластика сразу, чтобы не путаться потом в линиях. Подчищаем рисуночек, подправляем линии. Сверху мы наметим элемент, в который продевается цепочка. Прорисовываем такой вот полуовал, сверху добавляем более такую округлую часть, с левой и с правой стороны делаем толстые линии, сверху снизу немножечко поуже. Потом прорисовываем вот такую тройную часть, как будто бы элемент цветка, можно так сказать. Один будет центральный, два по бокам, и добавляем им небольшую толщину. Здесь вот соединяем с медальоном, снизу также прорисовываем такой полукруг, как дополнительный элемент декора. Ну, также может какие-то закрепки, для того, чтобы он в целом держался. В принципе, у нас рисунок готов. И мы этим же HB-карандашом твердым мягким начинаем аккуратненько проштриховывать диагональным штрихом средне-серого тона, раздельным, не заходя за края. Штриховать мы также можем по форме, по кругу. А пока вы это делаете, я вам напомню, что в нашей художественной школе открылось заочное обучение. Теперь вы можете не просто рисовать красивые картинки дома, а получить дополнительное образование в области изобразительного искусства и сделать свое любимое дело своей профессией. Ссылочку на заочное обучение вы найдете в описании к этому видео, и там же вы можете зарегистрироваться на бесплатные 7 дней. Ждем вас к нам на обучение. Если случайно вышли за край, можно ластиком себя подправить. Верхнюю часть тоже мы немножечко подштриховываем. Тут вот с правой стороны сделаем более темный участок. Слева тоже подчеркиваем, вот здесь вот снизу. Затемняем элементы в тех местах, где они у нас уходят в тень. И вот сюда аккуратненько переходим, тоже затемняем. И снизу подчеркиваем. С левой стороны вот этот вот элементик тоже мы заштрихуем. И справа оставляем посерединку небольшой беленький блик. Далее мы начинаем затемнять нашу обводочку по краю, наш контур. Можно это сделать пока что тем же карандашиком. Мы отступаем такие два светлых пятна, затем берем карандаш помягче, используя карандашик 2B, и начинаем штриховать все остальное. Светлые пятнышки — это у нас по сути будут рефлексы, блики. А вот в принципе всю правую часть по вот этому краю мы можем спокойно заштриховать карандашом
2Б. Немножко надавливаем на карандашик, усиливаем тон и делаем его значительно темнее, чем предыдущий слой штриха. Также мы немножечко вот здесь обводим, делая более контрастно тень под обводкой. Именно мы делаем это сверху. Придаем также толщину этой толстой линии. Далее вводим немножечко вниз, делая линию более тонкой. Она у нас начинает изменяться по ширине. Вот тут вот снизу немножечко тоже затемняю. И в целом теперь штрихую лицевую часть медальончика. У нас там получается такая стеклянная часть. Она снизу будет более темненькая, мы проштриховываем по форме, закругляем снизу. Также немножко слева и переходим, начинаем тонировать правую часть. Уже берем карандашик HB, чтобы не перетемнить, не перестараться и не сделать таких темных почерков. Серединку также немножко подштриховываем, а затем берем ластик и проявляем блик. Также теперь и на боку добавляем более яркий свет и переходы. Делаем более мягкими, нежными с помощью карандашика HB. Поправляем кое-где контуры, затемняем верхнюю часть. И вот такой медальон карандашом у нас с вами получился. Присылайте ваши результаты к нам в Инстаграм, мы с удовольствием их посмотрим, опубликуем у нас на странице. Ссылка на Инстаграм находится в описании к этому видео. И на этом я прощаюсь с вами. Не забывайте поставить лайк, написать хороший комментарий и подписаться на наш канал. Всем пока и до новых встреч!